Я случайно нажал не ту кнопку и выключил запись, елки балбес. Ладно, давайте еще разочек бартер. Так, а теперь смотрим чего. Что ты говоришь? Что ты там нашел? Дубину? Дубину нашел. 145 уже доллара стоит. Ну, такое себе на самом деле. Ладно, я спускаюсь. Джеронимо. Ну, сейчас будем тут смотреть, кто у кого что есть. Ага. Я рядом с велосипедами. Я видел тебя в окно. Где ты там? Так, говоришь, кожу тебе надо. Это надо. Ну, не так. То, что прям надо, но... На, вот эту посмотри, ты вечно мерзнешь. Блин, как ты тебе пробежал? Вечно мерзнешь, да, мерзну. Это ты все мне скинул? Да. Вот это? Нет, такой... От холода аж 15 защищает. Да. Так, вот кисточка. Эти вот, я не знаю, да, что делать. Это мне, давай сейчас велосипед положу. Вот это вот банки это вечные. Сейчас я слышу, ты скидываешь. Где, вот. Так, вот это не знаю, что нафиг она нужна, ты с нее отравляешь-то вечно. Консерва? Я ее съем. И дай. Так, ну вроде все. Не отравился, уже хорошо. А вот это вот что такое, не знаю. Ну все, давай теперь. Это на свинец надо переплавлять. Да. Че это? Давай мне что-то сбрасывай. Справа у тебя что-то еще лежит. Я еще подъем разочек. Справа у тебя что-то еще лежит. Справа? Скрабик. А что там выпал? Ну да ладно. Так, я же хотел снять с себя свитер и посмотреть. Так, сравнить. Так, этот 14 дает. А свитер 9. Ну, конечно, толстовку. В смысле, вот эту с капюшоном лучше одеть. Ну да. Ну, у меня, по-моему, она тоже надета. Модификации нет? Модификации нет. Да, у меня тоже эта толстовка надета. 9 долларов продадим. В смысле, скрапнем. Так. А кисточка тоже мне нафиг не нужна. Кисточку мы можем сами сделать. Ну так выкидывай, скрапы режем. Скрапом. Поехали. Сейчас я посмотрю, что я могу еще сюда положить. Ручки, шмучки, монетки некуда, свинец. О! Вот, у меня еще два места есть свободных. Так, сэндвичи. Монетки можешь мне долой отдать. Долой сэндвичи. Ну и как бы и все. Ну давай мне, у меня там штук 6. Короче, я продам эту винтовку, в смысле скрапну эту винтовку, какие дрени фини. У тебя, кстати, Mechanical Parts будет, да? В смысле есть? Да у меня 6 или 8 мест свободных. На, вот Mechanical Parts забери. Бензин давай. Бензин? На тебе бензин. У меня бензин тоже есть. Все, поехали. За орехами. Дальше. Все, пока не будем ничего больше лутать. В смысле лутать. Едем на место, то время как бы уже 4 часа дня. Уже почти 5 даже. Ой. Ничего не будем лутать, и тут же, блин, остановился. Ты чё? Алё, поехали. Ну, я в смысле, это дома, они мусорки. Ну, а что, дома это нормально. Ты пришел и штук 15 снял, а у каждой мусорки останавливаться. Так, это подожди. Кошмар. Какой левел у меня? Полтос, отлично. Я покупаю эти байки. Ты там столько фералов разбомбил. Так. Когда мы калаши сможем делать? На 60. Там еще 10 уровней мы можем делать калаши. Вот это, я уже думаю, поинтереснее будет. Поэтому поехали. По мусоркам шаришься. И так до калашей хрен дойдешь, когда по мусоркам шаришь. Надо в такой дом заходить и сразу 6-8 фералов. Приговорил бы и все. Ну да, это если есть патроны. Так они же вот есть. Ну пока есть, да. Ну и нормально. Так, что это у нас тут? А, это раскороченная машина, ладно. Вот. Так, я говорил, что мы никуда не будем заходить. Ну блин, как тут проехать мимо этого? Слушай, у меня по частям спавнится
стоит тюлень. На тебе, лобешник. Сзади, сзади, Макс. Я на себя взял его. Блин, да колебали, придурки. Злый. Как он меня достал, блин. Ну, вообще-то он прям рядом возле меня стоял. Думал, что я с мамой нет. Вообще на меня ни внимания не обращал. Птица. Да как это я два раза промазал? Так, брал. Да скотина ты. Сегодня не мой день, совсем, блин. Ты говоришь Ферал, я бью по Фералу, которая тёрка. Оказывается, тут еще один Ферал был. А я промазал, блин. Она уже мертва. Ну, причем три раза промазал. Я ж тётку и стрелял. А потом смотрю, тут вообще, как я с первого-то не умер. Разом. Зато у меня жизни опять стол. Да-да. Во всем надо искать положительную сторону. Так, где тухлячка? Вот, до свидания. О, еще одна птичка. А птичек-то много было, оказывается. Три, по-моему. Ну да, вот я уже третью раз, это самое, расчерепашил. Поэтому не мудрено, что ты не попал. Потому что их сразу три вокруг тебя окружило. Но одна вроде потом на меня полетела. Ну да. Ну, по-моему, да. Одна потом полетела. Интерес, то есть получается... Интересная штука. Газовый гриль. Опа, змея что ли? Что зашелестело, как змея. Я шелещу. Да ты еще далеко. Ты от меня 700 метров, как ты можешь шелестеть? Да, ты посмотрел, как я тут шелещу. Ага. И от птиц убегаю, и от... И от бабушки ушел, и от дедушки ушел. Да. И от толстых, и от длинноруких. Так, подожди, какие здесь нафиг змеи в холоде? Это ж нереально. Не, почему? Тут же как? То пепел, то холод, тут же... Засунули все. Как ее? Фермерская семья. Ага. 30 сентября, хопа, блин, 1 апреля. Шутка такая, 1 апреля. Подумаешь, да? Ну, сядь, тюлень. Вот, молодец. А теперь встань, тюлень. Ну, я хоть теперь буду знать, что надо обязательно яблоки собрать в конце сентября, иначе они все пропадут. Потому что у меня такие только яблок в огороде. Ой. Фига себе. Ты что, Ферал? Так, прыгай, блин. Подожди, а я могу? Быстрее, а я ничего не могу. Ну, допустим, гриль я могу взять. Вставить его сюда, и чё? Я могу сделать, положить чуть дерево. Гриль лимит сделать. Ну, давайте две штучки сделаем. Съедим нормальную еду, подхилимся, попьем нормальную еду. А котелка-то нет. Ну я пока тебя буду ждать. Я вроде уже добежал. Буду греть задницу возле костра. И они все меня хотят. Ух ты! Какого-то домика такого аккуратненького. А тут одни дровосеки. Вот, а ты уже прям 91 метр. Ничего себе ты, блин, в марафоне. Вот здесь домик такой, деревянный. Вот мы его только что пробежали. Хороший? Ну там, вот видишь, вот он.
На востоке, грубо, на Е. Ну... так это ж мы в нем и были, по-моему, или... А, нет, не в нем. В общем, ладно. В общем, нет, не шутка. Надо ехать, уже 6 часов, Макс, я опять тебе за мозги закомпассировал. Ну подожди, тут их куча ходит. Я нашел мину. А я опять без подготовился. Пистолет почему-то у меня другой. О! Я нашел мину. А я. Подожди, не убиваю его. Я поставлю мину. Отходи. За мной становись, а я поставлю мину. Вот она стоит. Ну, давай, давай, на мину, на мину. Он прошел. Давай за мной. Ну-ка. Давай, давай, не обходи, не обходи мину. Козёл. Ох, не обходи. Ого, сумочка. Еще модификатор. Только его сделать надо. Опа. И мне досталось. Бывает. Кто-то там обыскал все? Да вроде. Поехали тогда. Сколько там метров? 900 метров. О, еще долго ехать. Так, вот мы и доехали наконец-таки. Макс. Да я хрен его знаю. Ну как это так? Ну ты ж прямо рядом с ним стоишь. Все, все. Вот так вот работает нормально, когда я его отвлекаю, ты его добиваешь сзади. Прими, прими, да, то. Так, пока что можно что-то полутать, а потом оно все опять обновится, когда возьмем задание. О, машины, кстати, можно. Ого, меня откинуло от машины. О, пенкиллис, я приму. Прикольно, машина стоит на этом, типа, на... для разборки. Ну, что делаем дальше? Сейчас, сейчас. Сейчас я беру задание. Вокруг надо где, побегать. Где, где? Так, бинтики есть, а вот. Так, ну что, я беру тогда задание. Ну, сейчас бежим вокруг. Так, clear area. То есть зачистить территорию. Ну ладно. Территория это вот этот домик? Ну, наверное. Тут не это. А, вот, кстати, фералы мне появились, красными точками обозначены. Это не фералы, а вообще. Зомбари. Это железо. Упал. Опа. Жир, жир трест. Ой-ой-ой, уходим. В смысле. Опа, ферал. Второй ферал. Твою ж дивизию. Есть. Помри, зараза. Умер. Ой! Нормально, нормально. Я вовремя. Через него прошел. Я вовремя. Как я так, блин, не увидел его. Так, что-то там мне еще светится внутри. Награда, что ли? Или еще какой-то суперферал? Да вон там какой-то. Ты уже зашел? Да. Йоу, фонарик на пистолет. Модификатор нашел. Тихо, 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 тихо.
Макс, на тебе 20 патронов. На пистик. Подобрал? Выбрал. Так, а что это за модификатор? Куда? Я стол не могу забрать. Куда а, я... это ты только можешь забрать. О, отлично. Я всунул какую-то кирку в модификатор. Так, а ну возьми этот, как его, Макс? Что я хотел? А, вот, возьми Mechanical Parts. Да, фонарик тоже дает мощность оружия на 14. На одну единичку. Так, где-то здесь пишут. Что-то мне надо подобрать. Только где? Либо на чердаке, либо здесь, не пойму. Дыра. Наверное, где-то на крыше, скорее всего. Сейчас зомбари как повыпрыгнут где-нибудь. Откуда? Ну, блин, у меня этих вот пистолетов. Куда ты одел? Да выкинь его тогда. Ох, ё-моё, тут железные. Не понял, куда они меня хотят послать? Наверх, на крышу. Ты тут уже все посмотрел? Да, вроде бы. Ну, кроме туалета, конечно. Да. Ну, вроде все тут посмотрел. Костыль не нужен? Две у меня есть. Ага. Блин, бочковые туалеты опять. Где-то... Ой. Где была дыра? Я только что видел. В потолке. О, йод, кровь какая-то. А, вот. А, чтоб ты был здоров. Без всяких докторов. Нашел? Да нет. Какой-то феррал идет. Побежишь, твою мать! Где ты? Да на крыше где? Да ты уже. Ну, я тебе помочь уже тогда не смогу. А, сучка крашеная. А, мне уже некуда складывать. Ясно. И чё, блин, тут надо делать вообще? А, все, кажись. Да-да-да, теперь надо крейд. Это надо было, короче, двух птичек убить. Все-таки действительно надо было убить их. То есть, как бы все, да, действительно выполнено. Надо возвращаться к этому. Блин, 8 часов. Пора, по-моему, просто домой ехать. Так. Я где? Где наши велосипеды? Рядышком были. Вижу. Так. Где мой? Угу. Сейчас я чуть-чуть сложу. Обыскано, обыскано, все, обыскано. Макс уже тут все обшурдил. А где багажник? Держишь кнопочку, то, что у тебя взаимодействие. Да. Появляется сумочка. В смысле, сумочка. Там всякой фигни, шестеренки, шмесеренки, там есть сумка. Ох, ё. Опа, меня заразили, Макс, у меня появилось заражение. А у меня, к сожалению, все тут полное. Это не, это потому, что ты в мой велосипед полез. Да нет, это мой. Я, просто надо. Я велосипеды все опустошал перед тем, как мы ехали, а здесь туда ничего не слажило, так что значит. Ну да, вот три двигателя как лежат с прошлого разбора. Значит, это я протопил. Конечно, я в курсе. Так, ты пистолеты скрапаешь, да? Да. Из них патроны выпадают.
А хрен его знает. Ну, я первого уровня заскрапал, а тут потом хрен его знает. Второго тоже можно скрапать, они копейки стоят, а толку с них таскаться. Ну, у меня нет второго, у меня третьего. Ну ладно, четвертого оставил. Так, что у меня заражение, когда я сдохну? Как сдохну? Пишет 4 минуты. А кто тебя заразил? А, 3 Даха? Минуты. А, оно проходит, значит, это несерьезное заражение. Хотя, может, это другая стадия будет? Посмотрим. Три минутки пока. Так, ну что, надо ехать отсюда, линять. Ну, да, да, да. Ага, вот так. Эта скотина. Я не понял, какую я, блин, отремонтил. По-моему, это не моя. Кстати, а мы почти по пути можем заехать и к этому, к торговцу, хотя, наверное, уже не успею. Ладно, поехали. Нет, ну давай, у меня тут и каска есть. Ой, а у меня водичка желтым светится. Что значит? Желтая капелька. Могу дать. Вода кончается. На эти могу дать воду. Где это какая-то вот есть. На эти пустые банки ты их там собираешь. Mm-hmm. Ну и что-то мне можешь кинуть. Я сразу три выпью. Можно. Что-то тебе скинуть? Сейчас, сначала я велосипед положу сначала в свой. А что не влезет, то тебе дам. Это действительно у меня что-то беда какая-то. Так, а вот эти крючки, что с ними делать? Какие-то сосульки, как ты их говоришь. Крючки? Да, ну, крючок, костылик. Крючок, костылик, это... Ну, скинь, я посмотрю, что я так не пойму. Ну, ты говоришь, это сосулька какая-то. А, так ее продать можно, да. Блин, не так. Так, а это что такое? Компаунд. А, это лук, наверное. А слушай, смотри, какой лук. А, это мой лук, господи. Синенький. Дай-ка. Я ж такие тебе сделал себе. Да в том-то и дело, блин. У меня ж лук первого уровня там выпадает, а его, значит, первого уровня скрапать, да? Да, и... барахло. Он почти ничего не стоит, и толку с ним нет. На, у тебя один патрон на магнум. Так, сосульку я забрал. Хотя, в принципе, у тебя место есть, возьми сосульку обратно. Мы вот это вот посмотри. А, шлем это хороший, кстати, сколько стоит? 61, но если его починить, а мне нечем чинить, зачем чиниться? А, железом обыкновенно, ну это без проблем, ладно. Так, ну что ты еще мне будешь сбросить? Что там у нас? А вот у меня стрелы, по-моему, какая-то стальная есть, одна. Скидывай. Ну, я мне что-нибудь сбросить. Это не стальная, а фуфловая, да. Выкидывай ее. Так, ясно. На тебе тогда на арбалет. Давай. Стальные стрелы или какие-нибудь там. Все, мне давай что-нибудь. Все, все, у меня перегруза там нет. Нет, да, ну и у меня один слот. Один слот лишний. Есть? Да. Ага, тогда на тебе, тогда, чтобы тебе дать. Вот на тебе, блин. Блинский ешь. Вот на тебе 40 монеток. Пригодится. А, у меня монеты есть. О, тем более. Ну вот у меня тоже один слот остался, так что все хорошо. У тебя, кстати, тряпки должны быть. И кожа у тебя должна быть. Ну я ж вроде... А, вот это вот. А, так я тебе все сбрасывал. Ну и бумагу. Да, ты, бумага у меня всегда есть. Кидай мне, у меня три слота свободных. Ну на тебе тогда этот вот. Как его? Какая разница, поехали. Все, да, надо валить отсюда. Так, мы домой едем, да? Ты едь на верстак, а я еду... Ой, на верстак, на кровать, а я еду к этому, к... как его? Продавцу. Торговцу, ага. Да. Заберу, что он мне там даст. О, у меня прошло. Срамная болезнь прошла. Этот вот значок биологического заражения прошел, хорошо. Тут машинка стоит, прям новенькая. Прям нульцевая? А, нет, стекол нету. Опа, Хрюшкин. Хрюшкин. Какое говно дать. Да что ты будешь делать? Меня опять велосипед сбил, козел. Так, время-то 21. Тогда я же говорю, надо мчаться. О, мне подлагивается. Круто.
Да что ты делаешь? Пацан, я, наверное, проеду. Не хочу я с тобой общаться. Мне надо мчаться домой, все. Сейчас приедем домой, я поставлю первым делом... О, Макс меня уже обогнал. Первым делом я поставлю крафтиться два мотоцикла. И уж тогда мы погоняем. Ночью нам без проблем фары включились и погнали. Давишь всех и не боишься никаких фералов. Мы можем ночью уже кататься. Мы вообще торды можем просто взять и уехать. По сути дела. На мотоциклах. Так, ну вот, еле-еле успеваю. Давай-давай-давай, беги-беги-беги. Беги, тюлень. Блин, стамина вышла. Давай-давай-давай-давай. Задание надо взять. Так, ой, что это, сколько стоит? 158, а это сколько? 110. Ну, давай то, что подороже. А, броня. Так, отлично. Ну и продадим ее, конечно, сразу же. Че она мне, нафиг она мне нужна? Козел он меня выкинул с этого, с магазина. Ну я хоть продал, успел эту железяку. Все, теперь надо домой гнать. Козел, блин. Кто так с клиентами поступает? Нормально, нормально. Нефиг так поздно приезжать. Ну да, конечно, это правда. Ну, блин, хотя бы сказал бы, вали отсюда пока это. А то раз просто выплюнул меня из магазина и все. И сделаешь ему, зараза, ничего не сделал. Так, а мне вот туда надо ехать. Ой. Я сейчас распетрушу весь мотоцикл. О, это... Так что ж такое-то? Да куда ты едешь? Отключи лампочку. У тебя тут пистолетов столько. Костылей, дубин. Я на ней вижу, ничего нету. Так, видишь, не да. О, что-то началось. Да, они бегают. Ночь темная и полна опасностей. Так, я, наверное... А я не туда еду, кстати говоря. Куда ты вообще намылился? А, нет. Ты на меня смотри. Не-не, я примерно в том направлении иду. О, да ты километр будешь. Ну что, я отойду тогда? Давай, я пока нажму паузу, что-то смотреть это. Безобразие. Ну, вот я как бы и добрался. Так, что у меня там было? Свинец был? Или я весь выложил? Так, надо ставить, пускай камень плавится. Камень нам пригодится. Сейчас его заберем. Подсвечники разные там скинем, пускай плавится тоже. И вот это. Ну-ка. Погоди пока, паровоз. Так, немножко могу сделать сколько? Дроби пока мало. Ну что, сейчас переплавится, будет больше. Ну вот так не кисло стали я наплавил. Еще будет сколько теперь? 70. Маловато, конечно, но пойдет пока. Потом еще камушков наковыряю. Вот, гильз много могу сделать. 105. Нифига, ага. Это, ну да. Потом, когда калаши будем делать, тогда надо будет переходить. Я там уже наплавил, конечно, но надо будет еще. Где мой велосипед? На улице велосипед. Так, можем пока покушать, потому что у меня уже вода и еда, все в хлам ушло. Поджуем чуть-чуть. Ну, конечно, все минус 100 уже. Так, дринканем, наверное, чайку. Пару штук осталось. Я там выращиваю, но... Ой, это бежит. Перекушен. Ой, блин. Куда она побежала? Вон она. Все убил. Я только хотел тебе помочь, а ты не нуждаешься уже в помощи. Ну, как бы, тренируемся. Опа, вторая за тебя. Хорошо, что я такой косой. Есть, убил. О, зомбари помчали, собаки. Или кто это? Это Спайдермен. Сзади. Блин, они накопали тут скоты.
ни хрена он прыгает. Тварь. Так как же ты промажил два раза? Перезаряжайся давай, тюлень безмозлый. Где этот падла, блин? Пым-пым, со стрельба, бегу. Ага. Так, один упал, второй еще пытается встать. Фу, блин, думал прощаться, тут на тебе икшончик. Икшончик ночной попер. Скоты-то, смотри, что они тут натворили. Она накопала, эта скотина накопала. О, да ладно, она что, вовнутрь? Нет, не залезла. Она чуть вовнутрь не залезла. Я яму выкопали, козлы. Так, а у меня где-то снежочек тут был. В общем, да. Давай прощаться, пока еще кто-то не приезжал. Да. Пока не успела. Это я пока... А их две было. Их две было, Макс. Ну и че? Ну как, одна крикнула, и все прибежали. Ну и хрен с ними. А когда накопать-то? Наверное, когда я там стоял, что ли? Не скажу. Ну, они не должны были копать, пока мы ушли отсюда, потому что тут этот квадрат не должен был... Не, когда я тут стоял. Я же отошел, просто стоял. Ну, она тогда копала. Может быть. Но я вот тут стоял. Ну ладно. Бы. Я здесь стану. Закроем дверь, чтобы нас никто не видел. Да. Ну что ж. Как мы с кем. Да. Ну что ж, на этом будем заканчивать видео. Всем пока, как говорит Скорб. Счастливо, смотрите, ставьте лайки. Да, подписывайтесь. А мы пошли копать дальше наше бомбоубежище. Слушай, кто-то копает. Подписывайтесь на канал и всем пока!